Девочки, мальчики, обязательно. Девочки и мальчики, привет всем, дорогие мои. Всем здравствуйте. Посмотрите, кто рядом со мной. Все спрашивали, где привет. Алена, где Алена. Я здесь, соскучились. Вот мы с Аленой сегодня в очень красивом месте. Алена, расскажи нам, пожалуйста, где мы находимся? Мы приехали сегодня в очень красивое место под названием «Зимний сад». По-английски это означает «Winter Garden». Мы находимся в его, почти новой части, но она очень близка, в принципе, уже к старой части «Winter Garden». Очень интересная модель здесь, которая представлена, две модели мы сегодня вам покажем, от застройщика, который называется Taylor Morrison. Думаю, что стоит показывать уже, да? Да, сейчас все покажем вам. Вот одна из моделей, в которой мы сейчас... Очень продуманная планировка на самом деле. Здесь 4 спальни и 4 ванны. И что самое интересное, у каждой спальни своя отдельная ванная. Есть также дополнительное помещение под ваш офис, кабинет. Хорошее очень пространство, коридор такой достаточно широкий, объемный. Хорошая кухня. Что-то около 3000 квадратных метров. Где-то 250 квадратных метров. Пожалуйста, перевели. Да. Вот, на самом деле, неплохо очень все обустроено в этой модели. Конечно же, они очень много здесь сделали дополнительного такого дизайнерских решений каких-то в плане и дерева, и потолки, как они оформили, и какую плитку использовали, или какие ковровые покрытия и так далее. Ну, все, сейчас увидите. Да. Stay tuned. Итак, мы зашли с вами в двери. Вы видели, когда я заходила, Алена мне открывала дверь, она меня ждала. И вот я разворачиваюсь, и вы видите передо мной такой красивый коридор. Коридор на самом деле большой, да? Идем. И сразу у нас... Две спальни. Две спальни направо. Да, сразу две спальни направо, получается. И у каждой спальни своя ванная. Ну, пойдемте в самую переднюю. Кстати, это... большие окна в спальне. И большие окна, и очень хороший размер спален. На самом деле здесь помещаются в практически королевского размера кровати. Угу. То есть это может быть для ваших деток, это может быть ваша гостевая, для ваших родителей, да. Все что угодно. Да, правда, очень хорошего размера спальни. Да. Помещается все сюда, и кровати, и тумбочки прикроватные. Причем с каждой спальни есть своя ванна. Вот я бы подумала, что эти две спальни между собой должно быть Джек и Джилл, да? Да, нет. Но нет. Нет совмещенных узлов именно ванных. Да. И есть у каждой спальни своя очень собственная удобно. Ванна. Что действительно очень удобно, и планировка очень продуманная. Сколько примерно стоит такой дом? Начинается. Конкретно эта модель, она сейчас продается. Насколько мне не дали точную цену, я должна ее получить только завтра. Но приблизительно мне сказали, это будет где-то в районе 650-700 тысяч долларов. Конкретно вот этот дом. Да. Потому что это модель. В модель, я помните, вам уже говорила несколько раз, что обычно от 50 до 100 тысяч вкладывают больше денег на вот оформление. То есть вот даже вот эта стена задняя за кроватью, даже покажи, она оформлена правильно, то есть не просто покрашена, а там есть какой-то молдинг деревянный, обои использованы и так далее, другая краска. То есть, и вот так сейчас по всему дому вы это увидите. А так, в принципе, такой дом без вот этих всех дизайнерских решений, которые есть в модельных домах, будет стоить, я бы сказала, в районе 550-600 тысяч, то есть, в районе 100 тысяч долларов меньше. То есть, когда вы покупаете модельный дом, повернете ключ, зайдете и живите, потому что здесь все сделано. Да, для вас уже все сделано, все за вас продумано. Угу. Иногда такие дома продаются полностью с комплектом мебели, который вы видите, иногда нет. Поэтому нужно всегда узнавать у застройщика, если это включено. В данном случае мы не знаем, потому что не было, к сожалению, агента, который владеет этой информацией от застройщика. Ну, мы получим эту информацию завтра. Угу. Не знаю, если успеем, то, может быть, Наташа как-то напишет фразами, что есть, что нет. Если успеем, то напишу. Если нет, спросите в комментариях, я отвечу. Значит, ответим в комментариях. Да. Да. Ну что, пошли дальше. Так, идем во вторую спальню. Проходим, в следующую спальню. Я вам хочу напомнить, что вот именно эти две спальни находится справа от входной двери. Видите, вот еще раз. Вот вторая спальня. Ага, здесь такая же. Смотри, как красиво тоже оформлена таких стена. В нежных розовых тонах. И как животный здесь. Мир. Кстати, у каждого животного. Бэйбики. Да. Жвачка. Каждый с жвачкой. Да. И здесь
гардеробная и своя ванна. Ну вот видите, здесь оформлено для девочки. Хотя вот велосипеды здесь оформлены, думаю, для девочки. Все розовое такое красивое. И тоже очень достаточно светлая комната с большими окнами. И дальше мы выходим. Да. И... В принципе, эти комнаты хорошо для гостей и для детей. И для детей хорошо, да. Отдельно, да. Ой, вы посмотрите, какая красота. Да. Какой айленд. Это так, вообще да, очень большой, очень... остров очень огромный. Да. Очень большой, да. Да, большой остров. Кухня оформлена, такой гарнитур хороший, и ящички невысокие, высокие. Модный цвет. Шкафчики покрашены в модный цвет, он называется тауп. То есть это что-то между бежевым и серым. Ага. Такая смесь. Но посмотрите, как оно действительно очень хорошо сюда вписывается. Они подобрали краску на стену, тоже очень неплохо. Ну, в любом случае, смотрится в жизни, да, очень здорово. Красиво. Я надеюсь, в камере, в видео вы то же самое увидите, что, видимо, мы. Хороший очень фартук здесь, вот как вы видите, да? То есть... Да, фартучек шикарный. Да. И вот конкретно, повторюсь, эта модель, она на продажу, то есть она есть, ее можно купить. А совсем все, что вы видите здесь, кварц. Вообще, на самом деле, редко, когда можно попасть, чтобы купить модель. Сейчас вообще редко купить что-то можно, да. Потому что даже у застройщика сейчас стоят списки покупателей, которые хотят купить, желающих приобрести дом, новостройку. Нельзя зайти сейчас и сказать, вот я хочу эту модель, пожалуйста, мне ее постройте, вот контракт. Нет, вы становитесь в список, в очередь, так сказать. Для того, чтобы вам дали еще выбрать. Да. Обалдеть просто. Да, да, нужно ждать. Сейчас нужно ждать. То есть сейчас реально нехватка домов. Все потому, да, что строительные материалы очень сильно выросли в цене. Угу. И, к сожалению, а застройщик не хочет быть банкротом. Да. И поэтому они выпускают там по 5, по 6 домов иногда в месяц. Иногда даже по 3, по 4 дома в месяц. Чтобы понимать, насколько будет дорого стоить этот дом. И насколько им нужно повышать цену за этот дом. Ну вот как-то так. Я смотрю на раковину. Мне очень нравится раковина. И она уже не эмалирована такая, а именно вот точно. Нержавейка. Нержавейка, прочная, очень хорошая. Да. Здорово вообще, очень классно. А мне нравится кофе. Кофе? Да, да, кофе прям как на натуральном. Да. Только правда? Я не могу эту чашку поднять, ну, да, да. Но потому что она все приклеена. Это, конечно же, все. Да. Как... У меня дома такой чай. Муфляж такой. И, да, и все думают, чай с печененькой на блюдечке. Ага. И гости приходят, смотрят и думают, что я приготовила им чай, но забыла подать. Уже в конце все спрашивают, а этот чай для кого стоял? Я говорю, для тебя. Да. Да. Так, ну вот, кухня достаточно большая, да, встроенная техника, встроенная у нас вот здесь микроволновка, духовой шкаф, все есть. И отсюда мы проходим, в принципе, здесь кладовка, посмотрите, какой. Ой, кладовка размер. Вообще просто, как будто шифоне, как будто раздевалка такая большая. Угу, вы входите большая. И смотрите так, что здесь я возьму это, здесь я возьму это. Просто обалденно, посмотрите. О. Да? Ничего себе. Pantry. Здесь такой у нас получается опять, как всегда, такой предбанник. Называется. А здесь вот если ты письма получаешь, вся вот твоя почта. Вот я представляю, что у меня бы здесь вся почта лежала. Ну, прекрасный arrival center, да, то есть arrival. Они называют. То есть, когда можно бросить сумку, ключи, да, какой-то такой бардак небольшой, вот здесь не. Да, 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 да. Да, гараж у нас сюда, с офисом. Hello. Да, здесь гараж. Так, и вот здесь прачечная. Здесь постирочная, у них пока, да, офис здесь. Да, здесь пока офис, но здесь становится, да, стиральная и сушильная машинка, ну и кабинеты, они уже все это оформили, да. Ну, вообще, да, очень большого размера, конечно, стиральная комната, да, вот здесь вот будут стиральные машины стоять, да. Так, еще раз, здесь гараж, здесь, значит, такой столик для всего-всего, и у гаража сразу стиральная машина. Идем дальше. Здесь вот остров даже очень удобно сделали. Ой, да, шкафчики. Здесь и правда. Есть. То есть они это место просто так не оставили, они все-таки его использовали. А здесь, значит, у них тут заряжатели. Да. Да. А вот здесь тоже, по-моему, шкафчик. Ну-ка. Да? Да ты что? Да, здесь тоже шкафчик. Вот вы представляете, ничего вообще это даром не прошло. Да, то, что вы можете поставить ничего сюда, не знаю, там, одноразовые тарелки, да, то, чем вы все, не пользуетесь хотите часто. Да, вообще просто, да, везде ящички. Мы использовали полностью остров. Какой вообще открытая планировка, как мне она нравится. Да.
Да. Здесь, я не так поняла, столовой нет больше, да? Вот она одна. Здесь одна. Можно поставить большой стол, угу. В принципе, на сколько да. хотите человек, да. То есть вот здесь одна зона для столов. Да, да, да. Для ваших обедов, ужинов и так далее. Большие открытые слайдинг дорс. Угу. Тоже дают экстра свет. Очень Включена классно. Уже летняя кухня, естественно. Да, смотри, какие крутящиеся да. кресла-то. Божечки, да. еще мои. Я думаю, какая она сильная, как она кресло двигает. Да, вот смотрите, как здорово здесь. То все в таких тонах бежево-белых. Ну просто бы. Да, бежево-серый. Здесь у нас кабинет, офис, по которому. Как мне нравятся French doors. Я обожаю просто французские двери. Я их просто обожаю, да. Да, 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 да. Это прям как в кино. И заходите, и у вас светлый, яркий офис. Я не знаю, даже офис ли у них тут, да? Это офис-кабинет, офис, да. да, уже видите, встроенная есть абсолютно да. мебель, стол рабочий. Да, очень классно. Вы можете классно. Это как второй зал использовать, если хотите. Да, здесь здорово. Вообще, если ты, вот, допустим, риэлтор, люди пришли, ты им показываешь дома там на этом... Риэлторам домой люди обычно не ходят, но работать можно. Я такой риэлтор, ко мне все пойдут. Ну, я бы здесь с удовольствием работала однозначно. Да, так поработала, поработала, полежала, опять поработала. Пряник откусила, спать легла. Так, здесь у нас следующая спальня. Это половинчатый туалет для гостей. Да, здесь у нас тоже все для... полотенчишек для гостей, да, ага. с дверью-кармашком. Двери эти очень хорошие, да, удобные. Да. Они ни туда, ни сюда не мешают, как да, говорится. Да, и очень хорошо здесь все сделано. Да. Угу. Не маленький просто квадратик комната, а именно хорошего размера такая, да. знаете. Достаточно. Еще одна уже... спальня, это третья спальня. А я вот подумала, что это, кстати, мастер-бедрум. Нет, это не мастер-бедрум. Еще одна спальня, и вот там, соответственно, да. отдельная ванна. Очень, очень такие красивые цвета, я вообще обалдею. Что она покупала всего темного себе, не знаю. Так, да, вот это вот гостевая ванна. Мне очень нравится, что в каждой спальне есть своя ванна. Никто не толкается, никто никого не ждет. Да, никто очень... никого не мучает. Очень классно. Здорово. Посмотрите за окном, какой вид. Вот вы покупаете эту модель. Ну, я думаю, что она не простоит, наверное, больше недели, эта модель, наверное. Ничего не могу сказать, даже. Потому что пока даже цену мне не дали толком. Да. И сюда мы проходим, у нас абсолютно в отдельной стороне находится хозяйская спальня. Давайте посмотрим на хозяйскую спальню. Мы очень любим смотреть на хозяйские спальни. Ой, какая прелесть. Ой-ой-ой-ой, да тут еще и стульчик стоит с цветочком. Ну все, тут же да, можно. Зона есть для посетителей. Очень красивые цвета, вот этот серый с белым. Я очень люблю сочетание серого с белым. Сейчас везде, вот я так насмотрелась на все эти модели. Я теперь сама хочу такого цвета вот дом, чтобы у меня было белое, серое, белое опять. Это на самом деле так стильно, так красиво. У меня вот подруга моя Лора сейчас купила квартиру. Я говорю, крась все серо-белым. Лора купила квартиру? Да, я да. поздравляю Лору. Да, ты знаешь Лору? Ну, я ее знаю по твоим видео. А, ну да, да, да. У нее клоузинг скоро, не буду говорить число, потому что не она надо, не хочет. Не да. надо, то есть они выбрали. Да, все. Я все. Очень за них рада, потому что тогда, вы помните, спорный вопрос, покупать, не покупать? Да, 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 потом, я поеду обязательно к ним их поздравлять. Да. да, ну, Лора, я поздравляю, чтобы хорошо прошло закрытие. Да, супер, я тоже за нее рада очень. Да. И дальше у нас хозяйская ванная. Так. Да, ванная, посмотрите. Ты должна зайти в этот душ, чтобы я показала, какого размера этот душ. Это просто невыносимо даже понять. Такого размера душ. Это просто здесь хороводы водить можно. Вы посмотрите. Тут даже спину друг другу не потереть нормально, потому что настолько вы далеко друг от друга. Пока бежишь спину кому-то тереть, уже замерзнешь. Это ведь такое вообще... Гардеробная комната. Да, вот гардеробная очень хорошая. Да, она одна, да, здесь гардеробная? Ну, в спальне здесь, да, но здесь да. много еще дополнительных. Да. Ой, вообще. Но душ, это вот зашел, и это значит так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 38 попугаев, это вообще. Да. И с этой стороны тоже, кстати, можно выйти. Да. С обоих сторон вход в душ. Огромный. Муж и жена. Вы понимаете, ну вот тут вот просто
Вот двое моются, а третий сидит и наблюдает. На всю стену. Вы посмотрите, сколько здесь вообще панорамный вид. Панорамный. Да. Так, значит, у нас раковины хоть и не отдельно друг от друга, но очень далеко. Много да. Места. Поэтому, если кто-то купается как утка, то он второму не мешает. Да. Да, вот. Good chemistry называется. Ну. Ой, привет. Настоящий? Жасмин. Не да. Вода просто? Нет, ну, настоящий когда-то... жасмин. Да. Жасмин настоящий, да. Ну и здесь, конечно, у нас, как всегда, изба читальная. Кстати, вот посмотрите, комната в гостевой комната в хозяйской меньше, чем та гостевая. Половина ванны, помнишь, я тебе говорю? Да, да. Да. Здесь дополнительно еще один тоже для полотенец, такой гардеробчик. Ой, ну вообще такая комната шикарная, я вам хочу сказать. Она такая большая. Я вообще, я обалдею просто. Смотрите. Такая вот она огромная, эта комната. Выходим. Угу. Так, здесь спальня. Я вот пойду вот в этот угол встану. Я очень люблю из углов показывать комнату. Потому что видно на самом деле намного лучше, когда ты показываешь из углов. Вот у меня красавица стоит, видите, такая, машет нам рукой. Посмотрите, какая прелесть. Окна, окна. Сделаны очень хорошо окна. Хорошие, кстати, пакеты. Да. Стоят с двойным стеклом. Такой вот, видите. Фиолет. Как же мне говорили, как называются эти потолки по-русски? Tray ceiling. Да, я помню, опять кто-то забыла. Писал. Кто-то писал, но я забыла. Напишите, пожалуйста, нам. Еще не раз знаю. Мы будем заучивать это. Да, заучивать. Очень классно. Ну, цвет, я обалдею. Вот этот серый цвет. Лора, чтобы квартира вот в таком цвете была. Так. И дальше мы будем. И мы идем. И все это продается, представляете, с летней кухней. Все уже сделано. Только приезжайте, живите и получайте удовольствие. Посмотрите, какой бэк-ярд. Бэк-ярд. Знаете, какой бэк-ярд? К вам еноты будут в гости приходить. Как ко мне. Ведь кому-то нравится, что ко мне в гости приходят еноты. Вот и к вам будут приходить. Но вот эти деревья, они останутся. То есть этот вид вы... Да, да, это обязательно. Домом, их не срубят. Нет, поэтому... это conservation area называется. Да. Да. И достаточно места даже построить еще бассейн. Да, кстати, можно, вот потому что бассейн там тоже. Очень хорошая площадь здесь снаружи. Да. Встроенные также колонки для музыки. Просто супер. Угу, да. Представляете, даже колонки для музыки вставлены уже. Все, вы покупаете, врубаете музыку и балдеете, откидываетесь. Ты показала видео? Да, я показала. Да. Показала видео. Тоже и холодильничек уже все стоит здесь. Угу. Да. Все есть. Ой, как красиво. Очень удобная планировка. Да. Все, с этим домом у нас закончен показ. Да. Пожалуйста, пишите, кому интересно. Подожди, так обе модели сейчас продаются. Да. И это, и та. Да, обе модели. Вот, мы вот мы сейчас... Угу. И эту модель, и вот следующую, которую мы покажем. Да, это представляете, обе модели. А то двухэтажный, да. Да, обе модели продаются. Так что вот это где-то до 700 тысяч модель. А та, я не знаю, где-то 800, наверное, да, будет? Да, мы получим цены завтра. Да.